Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Атис первоначально, подобно Адонису, фригийское божество природы, которому посвящались весенние празднества смертных и воскрешения, прекрасный юноша, возлюбленный Кибеллы. Согласно одной из легенд, он оскопил себя в религиозном экстазе и стал верховным жрецом культа Кибеллы. Ужас самоистязания Атиса пронизывает одну из величайших поэм Катулла. Она называется «Атис». Согласно элегиям, Атис, сын фригийцы Калая, переселился в Лидию и учредил оргии. Зевс наслал на поля кабана, который умертвил его. По другой версии, Атис пришел в безумие и отсек себе половые органы. Галы, жрецы Кибеллы, отсекали крайнюю плоть самосским черепком или острым кремнем. Похоронен в храме матери богов в Песинунте. Вот такие слова о Атисе писал Катул, один из наиболее известных поэтов Древнего Рима. Перевод Петровского. «О, как я горд и счастлив! О, как я много пережил! Вот я дева, был мужчиной, был подростком, юношей был. Был палестрой, лучшим цветком, первым был на поле борьбы. От гостей гудели двери, от шагов был теплым порог. Благовонными венками был украшен милый мой дом. От постели вечно весел подымался я поутру. И теперь мне стать служанкой, стать Кибеллы верной рабой, стать Менадой, стать калекой, стать бесплодным, бедным скопцом». Ну вот так вкратце об Атисе. В древнегреческой мифологии юноша необычайной красоты, возлюбленный Кибеллы. Пока-пока, до свидания.